Так, ну чё, веб мы вроде бы позаливали. Смотрим. Это называется поцелуй Нептуна. Посейдончик. А слышишь, когда села пописать, я обоссала себе ляжку. И то-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 
Мэкбэ! Мэкбэ! Вы допустили потерю дорогостоящего обмундирования! Его стоимость будет вычтена из вашего жалования! И вы будете служить, пока вам не исполнится 510 лет! Потому что вам понадобится именно столько лет, чтобы оплатить комплект силовой боевой брони модель 2! This is some fucking National Geographic shit. Блять, я еще раз Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Я б съебал. Спасибо. Спасибо. Я сказал все. Можете кричать, уходи. Уходи. Все, мы продолжили. Балдеет. Дрейк, поясни. Чё, проиграл. А чел вышел спать. О, Гитлер. Но прежде всего, я... Эй, спокойно, я... без нервов, я... малыш. Да что же это? Я держу район, я держу район. Я думал, стоны, бля, реально будут, слышишь? Агуша. Как бы вообще такие идеи рождаются? Думаю, я зачем он так разорался? Да ладно. Блогер, а чё не? Как можно до такого докатиться, блядь? Это вообще пизда. Да я богатый ужас. У меня так много. Мой ебал коробка. Прикол, с мухами заходит далеко. Шакал. Хочешь поиграть с ним? Вот. Так, сейчас какая-то хуйня. А. Ой, мама еба. Слышь. Ой, блядь. Заебует говно это. Бля, они охуенные тиктоки делают, слышь.
Седьмой класс. Я вот на третьем курсе. Вот почему моя внешность остановилась на уровне второго класса? Мне сказать туда можно? Ебать, ебать. Чёрт. А этот чел стоял, понял, подержать. Смотри, что придумал. Смотри. Вкусно. Вообще, после этого надо самогон чуть-чуть. О. Это будет очень круто. Вау. Ты не знаешь самогон? Я не знаю самогон. Я тебе научу. Окей, без проблем. Я все уже кушал. Сейчас самогон. Самогона нет сейчас. В следующий раз должен быть самогон. Самогон это... Ну, это вода. Вода? Да. Oh. Это просто вода. Да. Но это по-другому. О, да. Хорошо. Когда один раз ты этот попробуешь, я думаю, что ты в Африке еще не пойдешь. Да, самогон. Если ты пьешь этот, йо-йо-йо-йо. Пиздец. Хорошо. Да, пиздец. Мне нужен самогон. Right now, bitch. Блять! Ментажёры, блять, или кто? Ну ладно, я максимум, что кукле делал, это пальцем тыкал туда, блять, дырку пытался найти, и всё. Я просто раздевал максимум. Сучара. Погибу. How girls drink water. How boys drink water. Это собака, которой Макс пошел нахуй. Ой, блядь, Ломакс. Блядь, перекрут яичек, блядь. Иисус. Это не дико. Я тебя узнал, блядь. Нихуя, слышь, сразу две зашли к нему, блядь. Бля, я думаю, в принципе, больше к этому доктору никто не придет. Вообще не понимаю баб, которые ходят к мужикам-гинекологам. Они лучше. Да, бля, чел, конечно. Доказано. Потому что это приятнее, наверное. Когда тебе не баба. Ну, мужика пальцы больше. Короче, оказывается, я, прикинь, Васян, вчера смотрел фильм. Называется «Привет, дед». Там, короче... Почему Васян? Не-не-не, потому что Вася, может быть, шарит. И там тема в том, что там был трек играл, который был чисто оригинал трека Пугачёва «Миллион роз». Я бы хуй знает, как так, он называется, но она это его Пугачёва, спиздила нахуй. Это не ее трек, это перепевка ее. Да? Это «Миллион алых роз» — это не ее трек, да, это вообще а вот там какой стихи, оригинал? Стихи одного, положили на музыку другого, потом это там один, вроде в грузинский народный артист спел, потом Пугачёва это перепела, это стало уже пугачёвской классикой, и дальше пошло. Это вообще там, это вообще стихи там какие-то были. Вась, там вообще хуй на каком-то, короче, посмотрите. Я хуй знает, там прям мотив один в один, как она спела, но слова, естественно, не про розы, блядь.
Молодой еще. Сука. Какая хуйня, боже. Не могу узнать, что это. Взрослые не поймут. А умная строка Яндекс.Браузера поймет. Яндекс.Браузер делает интернет удобнее на всех устройствах. Скачайте на Яндексе. Hello, how are you? I'm fine, man. Иди сюда, падло, блин. Я бы сначала подумал, что это в Америке где-то, прикинь. I'm fine, man. Мегафон, чемпион, самый быстрый интернет. Актуально, кстати. Нужен. Актуально. Интеграция, блин. О, я сегодня скажу, что тоже интеграция была, блядь. Народ добрый. А куда? Народ. I tried to scream, but my head was underwater. Пуньк. Когда в школе вырубили себе девочки такие. Блин, вообще так страшно, капец. Не, когда свет мне кто-то вырубает, я начинаю ссать по звуку. Я так определяю, попал ли я или нет. Жиза. Я примерно центр вижу где-то, там дальше так. В воду попал, значит, можно чуть правее. У меня как будто ночное зрение включается. А я ногами зажимаю толчок между ног, понимаю, где примерно толчок находится, и туда вот так... Начинаешь ссать на сливной бачок, да? Это я так в гостях делаю, когда боюсь промазать. А дома, су, как надо. В гостях надо туалетную бумагу подложить, если... Нет, чуть-чуть целишься такой, так, ровно, потом... Потому что потом может крученое полететь. Сколько раз носок себя обоссывал? Чё, блядь? Альбина Сексова, блядь. Да подальше всё было. Поболело и прошло. Прошло! О! Я почти поверил, что он сам это делает. Сервисный центр, Ольга, добрый день. Здравствуйте, девушка. Вот купила стиральную машинку. Да? Это что такое вообще за выступление вашего мастера? Мне сказали под видео. Да. 3600. А он требует с меня 5600. Какой, кстати, вы мне извините. Я скандал такой учиню! Вы мне извините, 3600 и 5600. Вы что, не понимаете? Он еще ничего не видел. С какой стати? С какой стати? Мне сказали 3600 Вдовыцкого до 4. А почему мне сказали, что 5600? А где я деньги найду? Бля. Савунья ёбнулась на старость лет. То есть это примитивные ужасы, когда там тихо и вдруг. Ай, бля. Ёбаный с... В чем прикол? Так рано, что не стало мальчугана. Так рано,
блядь. Пиздец, я тебе говорю, как будто за шею подтянули, нахуй. Попей говна. Спасибо. Чё-то какая-то хуйня ща вылезет. Ой, это напоминает на ютубе этого, как он, блядь? Мистер Фриман? Да, мистер Фриман. Чё за хуйню я посмотрел сейчас? Сука. Бля, заберите кицу. Да его усыпили уже. Yo, what's up, bro? Что, ой, блядь, слишком это... много банов, блядь, каких-то ты не смотрел сейчас, блядь. Так, в чем прикол? Че, ногу спрыгнуть? А как вот, смеяться или нет, если он сам про себя мимасик смешной сделал? Я над стулом смеялся. Я прыгаю. Всё. Там в телеге у нас гифку сделали прикольную с ним. Все поняли, да? Не, это не видел. О! What the fuck is this shit? А что так хлопнул? Суперспелый арбуз, потому что. Спелый. Кто? Я ничего не понимаю. Блять. Вы напугали деда. Бля, это бобёр. Это бобёр. Я бомже. А ты хую бомже. Бомже. Бобер. Я бы какую-то хуйню сейчас посмотрел, блядь. Greetings. Всем привет, кого не видела. Странные видосы какие-то пошли. I wonder if I should run that... Oh no. Народ, мне позвонить, что насчет Лёхи, нахуй, спросит, нахуй. Жив ли он еще не жив, нахуй, блядь, связаться не связаться. Я буду сразу банить, нахуй, не заебать. Блядь, а Лёху-то отравили. Вот на вот этом чертолете мы летим, короче, убитым, ебать, на нем опасно лететь, нахуй. Все, долетели, блядь, как я понял. Походу все. Не, они выжили. А, выжили. Пиздец самолету, прикинь, нахуй, взлетели, короче. Салам алейкум. Никто, нахуй, все живые, нахуй. Самолет. Крылья из бумаги, как будто. Да и там на скотче держалось все. Значит, ты спиздел на моего батю, да? Воры, нахуй. Девочка, сука. А зайц стоит такой. Стоит, смотрит. Такой, чё за хуйня? Просто е... Ты чё, блядь? Вов, я тебе в ЛС Дискорда два последних вебма скинул. А чё-то смешные? Где? Про Лукашенко? Да. Да, реально? Вот это мне нравится. У вас два ча, класс. Мы хотим такое, но если нам такое привезли, мы их перебираем каждый день. Ну, я смотрю, как вы перебрали. Дай бог здоровья, чтоб, ну, люди, вы кушаете обязательно. Не, вы покажите. Можно вот руку уберите, пожалуйста. Он дышит, понимаете, он все живой. Давай. А что за хуйня это? Кто-то его ебал туда, блядь? Наверное, блядь. А второй видос что там? Про Лукашенко. Чему и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Остановитесь! А в чем прикол про собачку?
За батьку! За батьку! А, остановитесь! Где-то я это уже слышал, Вася. Скажешь? На Украине, блядь. Где-то я тоже это остановитесь слышал. А это типа его проплаченные типы? Да, да, там 2000 человек, 2700 человек. Сколько рублей дали? Что-то по 30 рублей белорусских, ну типа 900 рублей.